Издержки молочного животноводства в регионе необходимо снижать. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Цибульский. Он отметил, что руководителям хозяйств необходимо помочь в том, чтобы их издержки снижались и, соответственно, росла добавленная стоимость. Как это сделать, предстоит решить департаменту агропромышленного комплекса. На минувшей неделе в регионе открылись сразу два сельскохозяйственных объекта – ферма в Красном и в Коткино. Оба объекта – хозяйства Харп и Соло – построили за счет собственных средств. Стоимость строительства фермы в Красном составила порядка 30 миллионов рублей, в Коткино – 170. Обновление производственных мощностей стало возможным благодаря государственной поддержке в виде субсидий из окружного бюджета на каждый килограмм реализованного или отгруженного на переработку молока. Такая господдержка дала возможность колхозам аккумулировать полученные из окружной казны средства и вкладывать в развитие собственного производства. Обе фермы построены в очень короткие сроки. Хозяйства получают от региона государственную поддержку в виде субсидий на конечный продукт – молоко. И такая поддержка, конечно, в конечном счете стимулирует аккумулировать средства, полученные из бюджета, и направлять их на развитие производства. Больше молока, больше выручки, больше поддержки. За счет субсидий, собственных и кредитных средств в регионе возводится еще один сельскохозяйственный объект – телятник в Тельвиске. Согласно проектной документации, новый телятник для самого крупного животноводческого предприятия региона Ненецкой агропромышленной компании рассчитан на 700 голов крупного рогатого скота. Объект будет разделен на два корпуса. Первый отведут под беспривязное содержание 400 голов молодняка, во втором разместятся 100 молочных коров, а также нетели. Подрядчик работает, будем говорить, хорошо, опережает даже график. В этом году, в октябре месяце, они должны закрыть первый корпус телятника. Сдача октябрь 2018 года. Строительство новых ферм в регионе – крайне важное мероприятие, отметил в Рио губернатор Александр Цибульский. Но руководителям хозяйства необходимо помочь в том, чтобы их издержки снижались и, соответственно, росла добавленная стоимость. С этим поручением он обратился к руководству профильного департамента. Я призываю вас поработать с нашими партнерами, которые выступают основными действующими лицами при открытии этих ферм, я веду с руководителями, о том, что, конечно, им надо максимально помочь с тем, чтобы их издержки снижались. И, соответственно, добавленная стоимость от их деятельности росла. Между тем, отметил Александр Цибульский, поддержка будет оказываться и дальше. Это крайне важно с социальной точки зрения. Но механизм по снижению издержек должен быть продуман. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».